Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Все новенькие, кто на меня недавно подписался, прошу вас, пожалуйста, не забывайте мне лайкать видео и ставьте кнопочку колокольчик, чтобы не пропускать выход моих новых видео. Это очень важно для моего канала, да и вообще в принципе, как я уже говорила, для всех каналов в частности, поскольку так работают алгоритмы YouTube. Сегодня в этом видео я вам расскажу и покажу свой новый аромат, который я, как всегда, заказала на сайте интернет-магазина «Рандеву». Как я уже говорила, «Рандеву» – это исключительно оригинальная парфюмерия и косметика. Я с ними подружилась. Мои благодарности им за то, что они мне прислали аромат. И то он так быстро ко мне пришел. Вот буквально 2 дня назад я заказала, и вот уже сегодня я его забрала. Плюс, как всегда, под видео я оставляю свой промокод на скидку, который суммируется с другими скидками на сайте. Пожалуйста, пользуйтесь, пожалуйста, применяйте. Ссылку на аромат, про который я сегодня рассказываю, я также оставлю под видео. Кто захочет, посмотрите. Ну, в общем, долго я думала, какой аромат мне заказать. Выбирала я из двух. Два абсолютно разных аромата. Ну, у меня, как всегда, из крайности в крайность. Первый аромат, он был такой гурманский, сладкий, ванильный, такой красивый, такой белый, пушистый. Второй аромат – это аромат провокация, аромат шок, аромат такой эпатажный, аромат такой футуристический. Ну, в общем, взяла надо мной верх моя темная сторона, и, естественно, заказала я Nozomato Fantomas. Я уже вам говорила о том, что я очень люблю марку Nozomato. Я считаю, это просто все их парфюмы шедевры, это гениально. Ну, это что-то такое самобытное, это что-то такое яркое, что очень тяжело повторить, и на что очень тяжело создать клоны. И все те клоны, которые выходят на их ароматы, будь то Black Afghan, будь то Nudiflorum, будь то Nude раньше был аромат, это все не то. Никто не сможет повторить вот этот вот просто гениальный почерк маэстро Алессандро Гуальтьери. Ну, в общем, как всегда, я сейчас разойдусь, буду петь им оды, потому что меня не остановить, когда я начинаю говорить, да, про свою любимую марку. Ну, в общем, я вам уже рассказывала, вы все знаете. Значит, сам аромат, давайте мы его распакуем. Я только сняла слюду, то есть коробочку я еще не распаковывала, я его еще не открывала. Очень красивое оформление, мне так нравятся их коробочки. Они вроде бы такие простые, лаконичные, ну, то есть ничего нет особенного, да, то есть обложка, сама коробка, но вот именно оформление Nozomato мне очень нравится. Сам аромат очень, очень красивое оформление. Единственный, мне кажется, из их ароматов, у которого не деревянная крышечка, этим он отличается. Ну, как всегда, в коробке есть travel-крышка, которыми, кстати, я не пользуюсь, мне не нравится, мне кажется, он так уродует флакон, и вообще аромат Nozomato, если честно, я ни разу, по-моему, даже с собой в отпуск-то и не брала. Не знаю, почему у меня так с ними получается, но как-то вот не беру я их с собой в отпуск. Black Afghan я ношу в основном здесь, в жару, мне очень нравится, а в отпуск я обычно ограничиваюсь какими-то маленькими отливантиками, просто с собой закидываю, чтобы не тащить вот эти флаконы. Ну, в общем, как по мне, вот эта вот travel-крышка, она очень уродует флакон, потому что сам флакон произведения искусства, мне так нравится, когда они стоят в ряд с этими своими крышечками, ну, в общем, это отдельный вид моего фетиша, вот смотреть на флаконы Nozomato. Я думаю, что вы, наверное, наслышаны про этот аромат, многие его знают, как он тяжело вытаскивает, сейчас мы его вытащим. Мне кажется, это будет самый заляпываемый флакон, потому что у него зеркальная крышка, и мне кажется, вот эти вот... Видела я, кстати, у одного блогера в видео, она показывала вот этот вот флакон вот так вот вблизи, и у нее вот здесь вот вся крышка, она была в липушках, заляпана пальцами, но мне кажется, это очень некрасиво. Я, кстати, всегда флаконы, если я вам показываю перед съемкой, я их всегда прям тряпочкой натираю, протираю, чтобы они были, ну, такие сносные, чтобы это хорошо смотрелось в камере. Не видела я, кстати, что у него вот здесь, вот смотрите, у него здесь деревянная крышка, а вот здесь он, она такая металлическая. В общем, аромат очень противоречивый для меня, аромат очень эпатажный, очень провокационный, какой-то, знаете, такой странно притягательный. Неудивительно, почему я выбрала его, да, потому что я выбирала из двух абсолютно разных ароматов, но вот какие-то вот такие ароматы, вы знаете, я заметила, на которые обычно все фукают, на которые обычно какие-то негативные отзывы, или про которые обычно все говорят, господи, как это можно на себе носить. Вот если так говорят, значит, это точно 100% подойдет мне, завозите да побольше. Очень у него красивый цвет жидкости, я считаю. Давайте его нанесем. Я его еще на себя не наносила, естественно.
Это просто вау. Ну, вы знаете, он странный для меня, он очень странный. И я люблю вот такие вот странные ароматы. Мне даже в Инстаграме одна девушка писала, ну, видимо, моя подписчица с Ютуба, что она пишет, как вы можете носить такие ароматы тяжелые? Вы такая милая, хрупкая блондинка, носите там Black Afghan, Tyrone. Как вообще вы их можете на себе носить? Вот не знаю, вот так вот. Вот мне нравится все странное. Ой, он сейчас прям разошелся по всей комнате, но это прям вообще мощь. На старте это, конечно же, очевидно, что это дыня, потому что этот аромат про дыню, но если это дыня, то она, ну, она точно не натуралистичная для меня, нет, это не свежая какая-то вот только что порезанная медовая дыня, нет, это не то. Это скорее какая-то дыня с привкусом какой-то жвачки, дыня какая-то такая леденцовая, ну, в общем, не натуралистичная. Я здесь еще, кстати, даже слышу какую-то арбузовость, вот тоже как вот арбузно-дынная жвачка, вот что-то такое. На старте еще какие-то свежие ноты, и даже акватические, вот какая-то акватика, озоновость. И вы знаете, ну, естественно, я уже этот аромат тестировала я его не раз. Я вокруг него, на самом деле, очень долго ходила. Мне кажется, как он только появился, как была вот эта вот шикарная презентация. Я люблю тоже все такое необычное, эклектическое, футуристическое, да, вот как вот этот вот Фантомас, как они это представляли, позиционировали. Маркетинг у них, конечно, тоже на высшем уровне. В общем, я, естественно, я ждала выхода аромата. Ходила, 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 ходила. Вот я говорю, но ну, он странно притягательный. То есть он вроде бы и какой-то не в моем стиле, но потому что дыня это вообще не мое. Я не люблю ни дыню в парфюмерии, ни арбузы, ни вот, вот все такое вот, да, вот эти вот какие-то плоды, ягоды. Но условно, да, я сказала. То есть не мое направление, но вот не люблю я дыню, но он меня прям к себе манит. Вот такие вот у меня отношения странные с этим ароматом. Ну, в общем, поначалу он кажется таким достаточно невинным, достаточно таким каким-то безобидным, но потом, в общем, когда он усаживается на коже, и по мере звучания аромата начинается самое интересное. И понеслась. Приходит очень много к этой дыне дымности, горелости, покрышек каких-то резиновых. Вот я что-то здесь такое слышу, пластиковое что-то, или это как будто бы жженый пластик. Какой-то металлик, даже с каким-то железным привкусом. Кстати, вот этот вот аккорд железа, он есть для меня на мой нос на старте. Когда вот только распыляешь, это такой вот свежий акватический дынный аромат с привкусом какого-то железа. Вот я явно слышу, меня это не отвращает. Наоборот, мне вот эта концепция прям очень заходит, мне очень нравится. Нет, кстати, вот какого-то такого аспекта или какой-то такой ноты, которая бы вот хоть где-то как-то на старте, в середине звучания или в конце раскрытия аромата меня выбешивала. Нет, это вот тоже такой аромат для меня, для таких вот, да, крейзи немножечко людей. В общем, если, так скажем, сказать как-то вкратце про этот аромат, то это дыня ненатуральная, горелая, как будто бы ее положили во что-то горелое, как будто бы ее положили на какую-то металлическую тарелку, туда бросили какой-то порох, вот что-то такое здесь определенно есть. Либо эта дыня лежит на каком-то раскаленном асфальте, и она вся такая дымится в дыму, вот что-то такое. В общем, потом начинается химозина, которая мне очень сильно нравится, которая меня, можно даже сказать, будоражит, потому что, ну, понятное дело, что вот такой вот аромат, да, он очень эклектичный, как я уже сказала. И вот эта вот химическая какая-то нотка, которая тоже по мере звучания раскрытия аромата добавляется, она очень даже для меня приятное. Вообще, в общем и целом, этот аромат, он для меня, знаете, какой-то такой больше какой-то тусовочный, что ли. Я не знаю, как вот для себя его определить, но точно он не на каждый день. На каждый день там таким пользоваться, там, на работу, в офис, упаси боже, нет, конечно же. То есть он какой-то такой, на какое-то мероприятие. Вот вы знаете, даже, по-моему, у какого-то блогера смотрела, вот он говорил про этот аромат, что якобы куда надеть этот аромат на Хэллоуин один раз в год, как раз под костюм Фантомаса, и все. Ну вот нет, но я так не считаю, например. Может быть, ему, да, один раз в год под костюм Фантомаса. А мне вот, я спокойно себе представляю этот аромат, один пшик, и, в принципе, можно пойти на какое-то мероприятие, на какую-то встречу с друзьями. Ну, как бы, это не такой какой-то аромат, который, вот, например, я не представляю, куда носить. Потому что тоже, когда разговаривала с людьми, да, кому-то он тоже нравится, но они говорят, ну, куда его такой носить, куда это можно носить? Не знаю, я не воспринимаю так этот аромат, вот уж я, по крайней мере, для себя точно найду, куда его можно надеть. Но определенно, однозначно я скажу, что этому аромату 100% нужны
воздух и нужно достаточно такое открытое пространство. Ну, как бы в офис нет, это будет перебор такой аромат. А в какое-то маленькое закрытое пространство тоже я бы его не стала надевать. А свежий воздух, да, идеально, либо это какой-то, если вы знаете, что вы идете куда-то, и там будет какое-то достаточно большое открытое пространство, один пшик, в принципе, я не думаю, что он кому-то сделает хуже. Только маэстро, мне кажется, мог соединить дыню с покрышками, да, с чем-то горелым, с порохом. И причем дыня здесь, кстати, мне слышна на протяжении всего звучания аромата. То есть я ее слышу от и до. В базе, кстати, здесь есть какой-то мускус, такая, ну, какой-то такой намек на мускусность, но опять-таки меня это не душит, меня это никак не давит. Мне в общем и целом вся композиция, она очень нравится. Да, он какой-то такой очень самобытный, он ни на что не похож, как я считаю. Но нет чего-то похожего вот в других ароматах, вот, по крайней мере, вот на эту вот пластиковую ненатуралистичную дыню. Поэтому, наверное, вы знаете, мне он и нравится за это, как и все на Замат, потому что я люблю пахнуть необычно. Вот таким вот ароматом, мне кажется, не будет пользоваться каждый первый или даже каждый второй. Люди выбирают более спокойные ароматы. А вот Фантомасом, учитывая, сколько у него негативных отзывов, даже на той же самой фрагрантике, им каждый второй пользоваться не будет. А я вот буду, и буду в нем выделяться. Очень аромат эклектичный, как я уже сказала, очень футуристическая дыня. Это такой артхаусовый аромат, абсолютный унисекс. Подойдет 100% как мужчинам, так и женщинам. Тем более, что аромат Анозамата, мне кажется, только наркотическая Венера выделяется среди всех ароматов, потому что она такая явно феминная, там аромат моноцветов белых, да, он прям ода женственности. Все остальные ароматы, которые, например, заявлены даже, по-моему, как мужские, как Пардон, например, или Дуру. Вот я, например, их носила на себе, у меня были от Леванта и кайфовала. Поэтому тоже обращать внимание и мужчинам, и женщинам. Стойкость и шлейф выше всяких похвал. Подружка мне сказала, ко мне в этом аромате, пожалуйста, не приходи. Вот, если ты меня смотришь, то к тебе в этом аромате я, конечно же, не приду. А, да, вот как-то видите, вот для нее он чересчур перебор. Поэтому несмываемый, мне кажется, вот сейчас вот запах вот этой вот жженой дыни, он стоит просто во всей комнате. И те, кто пишут, что у него такая себе стойкость, такая себе шлейф, это неправда. Практически все ароматы, да не то, что практически, а все ароматы у Александра Гуалтери, они стойкие, потому что их все я на себе тестировала от и до. Они все заявлены как экстракт, несмотря на то, что это 30 миллилитров, но мне кажется, вот этого вот конкретно вот этого флакона, потому что таким каждый день поливаться не будешь, мне его хватит, но очень надолго. Вот как-то так про этот аромат. Ну что, мои дорогие, буду на сегодня на этом заканчивать. Поделилась с вами своим новым ароматом. Жду от вас обратную связь. Напишите мне, те, у кого есть этот аромат. Может быть, он у кого-то был, если вы его тестировали. Расскажите мне свое мнение об этом аромате, свои впечатления, свои эмоции. Как он себя на вас ведет, если вы им пользуетесь. Мне, как всегда, все будет очень интересно почитать. Большое вам всем спасибо за внимание. Всем пока.